WDR расшифровывается как Wide Dynamic Range, что в переводе означает «широкий динамический диапазон». Это технология съемки изображений с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы открывается дважды. При такой технологии съемки в первый раз используется высокая скорость затвора, затем обычная. Наложив полученные кадры друг на друга, можно получить качественное изображение, на котором нет ни слишком ярких участков, ни слишком затемненных. С помощью WDR можно качественно снять лицо человека, даже если свет падает из-за его спины.